Еще одна очень интересная, такая занятная история. Лишать погон ту самую Азу Терминатора или нет, решит руководство столичной полиции. В ГУВД проверит главу следствия по Центральному округу Москвы Азу Батажеву. Полковник юстиции прославилась на всю страну своими высказываниями, железным стилем управления и крепкими выражениями в отношении подчиненных. Это еще мягко сказано. Бля, я пистолет возьму, пистолетом сейчас ему просто в лоб тебе закачу. Как вас заставить работать? Как? Как заставить сроки покрывать? С машинами разбираться, как? Дубиной по башке бить, череп скрывать. За слово офицер лишний раз действительно в карман не лезет. Она наказывает сотрудников отдела и вообще называет их то поросятами, то даже уродами. Если руководство Батажевой сочтет, что ее фразы вот эти вот порочат честь офицера, даму, скорее всего, уволят из МВД, Министерства внутренних дел. При хорошем сценарии наложат дисциплинарное взыскание. Кстати, сама полковник юстиции до недавних пор уверяла, ее с теплого места никто не сдвинет. Хватит мечтать. Я здесь буду сидеть присоской. Хватит мечтать. Всех снимут и останусь.